Эпизод 6. Эпилог. Привет, ребятки. Ну что, заканчиваем первое DLC к F.E.A.R. Называется на Extraction Point. Уже знаешь, практически конец. Знаешь. Чё знаешь-то? Охереть, это после взрыва, да? Такая же... Ааа, блядь. Так, у меня где-то была... Ладно. Ах, падла. Попал в это... В ограждение. Да сука, что ж мне так не везет-то, а? У меня всего 15, хотел сказать. 12. Нет, херня. Промахиваться нельзя сейчас. Всего 12 патронов. Понятно, им по 2 заряда нужно. Вот и все. Значит, надо попадать в голову. Сука. Понятно. Немножко не подрасчитал я. Все-таки попал. Когда попадают, у меня прицел сбивается. Опачка. Вообще от души. Так, надо восстановиться по-любому. Нету. Кстати. Это удачно родной забежал. Хотел только что сказать, что надо бы взорвать бочку. И вот, пожалуйста. О! Так, вот эта пушка мне помогла как никогда сейчас. Так, вот это надо использовать. Но эти ж твари меня не пускают. А ну-ка попробуем его же оружием. Говорит птичка, высадка окончена. Мама кошка, погляди в окошко. Я думаю, мне это уже не понадобится, но инстинкт заставляет взять. Просто заставляет. Шевелись, иначе не уйдем. Да сейчас иду хереть трупов. И не тут-то было, видимо. И все равно не тут-то было. Зарывая свои грехи в землю, люди сеют семена собственной гибели. Но она не будет забыта. Я этого не допущу.
Они умрут. Все умрут. Неужели он реально собрался погубить все человечество? Хотелось бы знать. Хотелось бы знать, что, ребят. Вот, что я хотел сказать, ребят, конечно, не люблю, когда перебивают в игре, но что поделать. Еще несколько часов этого шикарного геймплея, я думаю, никому не повредит. Тот, кто любит шутеры, ну и серию F.E.A.R в частности, это такие люди, как я. Вот, все, что я хотел сказать. Огромное спасибо, ребят, кто досмотрел до конца, приходите на канал, впереди Person's Mandate, по-моему, я правильно произнес название второго DLC к F.E.A.R. Если неправильно, пожалуйста, поправьте меня в комментариях. Вот. Ну а в жизни, как обычно, желаю всем нажимать на курок только в игре. Все, ребятки, идем проходить второе DLC.